Костян, вот только честно, признайся, в твоих океанических глазах уже много девчонок утонуло? Ой. Ой! Добрый вечер, я Лариса Гузеева, в эфире «Давай поженимся». Привет, коллеги. Наш сегодняшний жених утверждает, что у него нет врагов. Правда, девушки у него тоже нет, поэтому я не знаю, хорошо это или плохо. А вот побороться за него сегодня пришли эмоциональная Ольга, щедрая Алена и напористая Анна. Но давайте сначала с женихом познакомимся. В моей творческой жизни мне частенько требуется вдохновение. Я надеюсь, что сегодня встречу ту, которая меня приятно удивит. Константин, 31 год. Влюбился в девушку с яркой внешностью, обольстительной профессией и мистическими увлечениями, но вскоре понял, что не разделяет ее убеждений. Константин по образованию врач-стоматолог, работает дизайнером интерьеров, увлекается фотографией и эзотерикой, гордится тем, что у него нет врагов, предупреждает, что его спальня напоминает бунгало. Признается, что теряет голову от восточных ароматов. Константин не свяжет свою жизнь с замкнутой занудой и сотрудницей офиса. Женится на ухоженной обладательнице пирсинга, которая не будет интересоваться размером его зарплаты. Да. Ну? У меня есть несколько подарков для вас. Они со смыслом. Да. Василиса. Я считаю, что вот такой букет, он олицетворяет вашу нежную гармонию и вот эти ирисы, которые обращены в космос. Ой, спасибо большое. И сочетание цветов великолепное просто. Спасибо. Лариса, я считаю, что такой букет подчеркнет вашу блестящую харизму и потрясающее чувство юмора. Спасибо. Очень красиво. Роскошный букет. Роза, когда моя фантазия подуспокоилась... Я решил сделать вот такой букет из просто сочной классики. Спасибо, дорогой. Чего у нее там подуспокоилось-то с фантазией? Жаль. И еще у меня есть подарки, которые я сделал своими руками. Это зеркала, на которых написано «Вы так прекрасны» для каждого из вас. Спасибо. Я надеюсь, это не с намеком, на себя обратись. А что это вам, милок, стоматолог и вдруг дизайнер интерьеров? Ну-ка, рассказывайте мне. Ну, так сложилось, что на последнем курсе института произошли некоторые изменения в моих взглядах на жизнь. Я ни в коем случае не пожалел о том, что учился на врача, но, сталкиваясь с некоторыми философскими книгами, я подумал, что мне еще интересно заниматься, скажем, и поиском жизни. С Библией? Нет. Это больше эзотерика, это восточная философия. Ой. Как тебе, Константин? Приятный. Книги по эзотерике повлияли, сформировали ваш вкус по отношению к женщинам? По отношению к женщинам нет, оно, как бы мое мнение было достаточно сформировано на тот момент. Просто я решил уйти в сферу дизайна, занимался интерьерами, до этого я занимался скульптурой, разным прикладным творчеством, мне было интересно это освоить. Я хочу все-таки поближе к тому, что вы являетесь не тайным, а явным эротоманом. Вот нравятся вам девушки, притом с экзотической внешностью и с, не знаю, что экзотическая это, так сказать, профессия стриптизерши или нет, но тянет вас на девушек. Вот этого круга. У меня было одно знакомство с такой девушкой. Мы познакомились в Крыму на пляже. Это была мулатка. За ней мужчины ходили толпами. Так случайно получилось, что... Она выбрала вас. Да, причем я вел себя крайне скромно на фоне тех назойливых ребят, которые стояли в очереди. Видимо, это сыграло какую-то решающую роль. Слушай, у нее очень приятная улыбка. Добрая. Добрая. Я пытаюсь пока понять, я еще вот... Нет ощущения, что у него камень за пазухой, я вот... Да. Про что? Открытый. Экзотически, говорит тень. И у вас не завязался роман? Да, к сожалению, на море нам оставалось пребывать дня три, я отдыхал с другом. Ну, вот вечера мы проводили вместе, она еще была
ну и есть специалистом по массажу, и наши вечера складывались достаточно романтично. Я тогда еще массаж бесплатно делала, да? Да, бесплатный. И как вы ее застали, делающей массаж другим дяденькам? О, это случилось уже, когда наши отношения продолжились в Москве. Ну, однажды, да, была такая ситуация. Звоню ей, говорю, я так по тебе соскучился. Она там скрипящим утренним голосом: ой, дорогой, там, давай увидимся днем. Я говорю, ну, ты знаешь, я настолько сильно соскучился, что мне нужно увидеть тебя прямо сейчас. И я уже у дверей. Я говорю, открывай. Ну вот, она открывает, ну, проходи. Ну, конечно, стоят там мужские кроссовки, разбросано нижнее белье, в общем, ты не подумай. Ты примерно с этих дней ко мне уже окончательно пришло решение, что отношениями я для себя это назвать серьезными не могу, я готов расставаться. Ну, это она его не ставила всерьез. А вы мужчин-то стали искать? А зачем? Кроссовки-то с трусами. А он в соседней комнате спал. Сегодня один мужчина. Он разве виноват? Какой-то. Он принес свои деньги. Зачем? Он при чем здесь? Да, это было бесплатно и неважно, я думаю. Нет, важно то, что она потом вам признала, что беременна от вас. Да, буквально вот, когда я принял решение расставаться, у нее там плохое самочувствие, мы уже созванивались один раз в несколько дней, и после этого она мне сообщает, что у нее беременность поставили, и она приняла решение, что она точно будет рожать, независимо от моего решения. Здравствуйте. Значит, у него ребенок есть? Да, видимо, да. Ребенок подрастет, захочет узнать, кто его отец. Вы знаете, я думаю, что она ему уже говорит, что я его папа, мы видимся несколько раз в год. Они живут в коммунальной квартире, где в соседней комнате проживает семья, у которых нет ребенка. И она, скажем так... Соседи ей помогают. Соседи ей помогают, да. Воспитывают. Да. Они мужчины? Интересно. Ну, мама пока на заработках. Значит, если это ребенок ваш, и он сейчас живет в таких ужасных условиях, а вашего ребенка воспитывают соседи, а у вас мама с папой знают об этом ребенке? Да. И что они говорят, они видели его? Вживую не видели, однажды на передаче видели, но они предпочли остаться тем более безучастным, чем безучастным остался я на тот момент. То есть я принял решение, что я не буду изображать из себя заботу, которую я не могу дать, и на тот момент не готов и не хочу. То есть я сознательно принял решение не участия внутри той семьи. Угу. Значит, страсти страстями, а ответственность... Да, то есть, получается, живые родители, мама, папа, а ребенок непонятно где живет. Никому не нужен. А вы были женаты еще, да? Да. До... Да, после этого у меня было... А, после этого? Да. Так сколько же вашему ребенку сейчас? Ну, в смысле, после Антоники у меня появились отношения с девушкой, с которой мы очень сильно друг друга влюбились. И поженились. С первых дней, да, жили вместе. Спустя 9 месяцев мы поженились. Прекрасно жили. Потом у нас родился малыш. А у вас еще ребенок? Да, у меня есть сын. Мы назвали его Ларго. Ему сейчас... А почему Ларго? Ларго. Что за имя? Как корабль, что ли? Или как лодка? Нет. Это арго корабля. Ларго – это медленно по-итальянски. Ну, это медленно по-итальянски, это испанское имя. На самом деле, это экзотическое решение пришло не вот так Ларго вот прям. Ларго Константинович? Да. Да, любит он экзотику. Везде это прослеживается. А что с женой, с этой? Она русская? Да. Русская, да. Женщина, которая назвала... Она согласилась так назвать. Я вначале предлагал русские имена, но ответы были такими, что «Ой, нет, там Кирилл не нравится, Никита не подходит, там с этим ассоциации другие». И, в общем, я предлагал, говорю, хорошо, предлагайте вы, а у нас идей нет. Дело в том, что нам очень понравился фильм «Ларго Винч», главный герой, которого звали Ларго. Ну, понятно. И хорошо, мы... что не в честь какой-нибудь компьютерной игры. Обошлось. Ну да. Скажите, Константин, так вы были официально женаты на этой? Да, да. А с ней-то почему не вместе? Что случилось? После рождения ребенка как-то у нас перестроилось внутри семьи, скажем, мы поменялись ролями. То есть у меня был творческий провал в работе, соответственно, финансовый.
Ну, в общем, как-то я... Мне трудно объяснить сейчас последовательно, но мы поменялись ролями. В общем, я больше занимался по хозяйству в итоге, а она... Костя, про какое вы творчество сейчас? Извините. Вы врач-соматолог по профессии, да? Да, да. А не стали работать с врачом? Да. А сейчас вы работаете... Как ваша называется специальность? Фотограф и дизайнер. А, фотограф и дизайнер. И у вас начались простои? Да. Угу. Вы не стали зарабатывать деньги, и у нее появились к вам претензии? Ну да, это все перерастало во взаимные. То есть меня не устраивал там бардак или неприготовленная еда, или что-то еще. Ее не устраивало то, что я не зарабатываю. Не готова к этому. Ну да, ответственность. Финансовые трудности. Да. Нужно же содержать. И вот вы хотите сейчас девушку. Хорошо бы, чтобы у нее был пирсинг, чтобы она зажигала. Это вы-то в 31 год. Вы знаете, хотите такую же яркую, да, не обремененную никакими заботами. Самое главное, чтобы не интересовалась размером зарплаты. Вот этот пункт меня поразил в самое сердце. Дело не в том, что девушки меркантильные и интересуются как следствие размером зарплаты. Ведь вы поймите, что это тоже важная информация о мужчине. Например, если я понимаю, что кавалер, ну, скажем, не очень богат, я не буду просить его вести меня в какие-то места, я буду скромнее, я буду, соответственно, себя вести, соответственно, ситуации. Угу. Это же важная информация для женщины. А вам нужна девушка яркая, самостоятельная, красивая, модная. У вас двое детей на сегодняшний день, то есть алименты. Официальных алиментов на мне не лежит. Ой, ну, милый, это еще, будет. Конечно. Ну, нет, вы же человек еще... чистый. И еще да. Спальня у него как бунгало. Это в смысле с намеком, что с Милом Раев в шалаше? Возможно, но... Если я вижу, что человек не может себе это позволить, я не ставлю его в неловкую ситуацию и не веду куда-то. Ой, я вот сижу и думаю, ну, мужчина все-таки... Если у него зарплаты нет, ну как-то его надо бы за что-то другое уважать, в общем-то. Вот слушаю, думаю, ну, может быть, творчески, вот цветочки хорошо собирает. Думаю, ну на Коле от цветочки ведь надоедят, собственно говоря. А, и сразу вспоминаю бабушку свою. Она говорила, говорит, если мужа не за что уважать, придумай сама, начни культивировать в нем, глядишь, поверит. Вот у тебя и повод для уважения появится. Девчонок, чего они хотят вас культивировать, ну, чтобы уважение появилось, а будут смотреть на вас. Может быть, это вам и понравится, собственно говоря, чтобы когда не впустую этот процесс происходил. А так вы мутно, непонятны совершенно для меня. Я просто в выборе девушки склоняюсь, вот как Василиса сказала, не... к тому меркантильному подходу, когда молодому человеку объявляют, что мне нужен с зарплатой от. Я просто стараюсь не жить этими категориями. Я хочу, чтобы девушка ценила мой внутренний мир, который, ну вот, в рамках вот там... А что в вашем внутреннем мире такого особенного, что она ее может зацепить? Вы уже до 31 года столько накосячили, двое детей, которые растут без отца. Ну, что там говорить, правда? Вы знаете... А вы тешили до сих пор свои инстинкты, похоть свою. Вот и все. Поэтому два пацана растут без отца. И вместо того, чтобы вам сейчас все силы направить на то, чтобы исправить эти ошибки, то есть много работать, чтобы ребят брать на лето там куда-то, не знаю, на каникулы. Если тем более первое, как вы говорите, непутевое, выживает как может, бросает ребенка. Ну как-то исправить свои ошибки. Жизнь нам для этого и дана длинная, чтобы если накосячил где-то, исправить. Ну, он творческий, у него все внутри. Ну, двое детей, это тоже немного смущает. Могу сказать, что вы до сих пор действительно жили как во вспышке, потому что мужчины кардинальных знаков ровно так свои отношения и строят. Я вам желаю из этой вспышки выйти и увидеть нужды других людей. Как только человек говорит, у меня нет врагов, я сразу начинаю понимать, что это что-то со знаком весы. И когда я увидела, что у вас куча планет в весах, мне сразу стало понятно, что да, вы из классики не выбились, скажем так. Мужчины знака весы обычно покладисты, послушные, они действительно не конфликтуют никогда в открытую, но они всегда гнут свою линию, тем не менее. Вот знаешь, человек, который весы с тобой не спорит... Весы — это октябрь? Да.
Знаешь, человек, который не спорит в открытую никогда. Такого злого человека, который под знаком Весы злой, необъективный, просто злой человек. Вот злой, отвратительный, который все сжигал и рушил вокруг себя. Это не значит, что это относится ко всем абсолютно. Там нужно смотреть, конечно, индивидуальные особенности карты. Но вот когда у человека ярко выражен этот знак, как у нашего героя, это всегда дает такое некое соглашательство для вида. Я абсолютно уверена, что Константин будет с нами сегодня соглашаться, не спорить в открытую, он будет делать вид, что он принимает нашу позицию. Но в конечном итоге все равно поступит по-своему. Поэтому нам остается только наблюдать за происходящим. Совершенно верно. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Константин. Встречайте первую невесту. Необычайно чистый взгляд. Я надеюсь, что меня понят. Спасибо большое. Это же это тебе. Спасибо большое. Спасибо. Ольга, 25 лет. Фотограф, хореограф, визажист. Увлекается йогой и медитацией. Гордится тем, что ведет колонку о подростковых проблемах в интернет-издании. Мечтает научиться летать. Признается, что часто выражает эмоции специфическими звуками. Ольга во всем поддерживала возлюбленного, поднимала его самооценку и даже отправила на тренинг личностного роста. Но в конечном итоге оказалась недостойной такого завидного жениха. Надеется, что Константин оценит ее поддержку. Ольга, какими такими звуками вы выражаете свои эмоции? Продемонстрируйте хотя бы один звук. Например, когда я очень счастлива или мне что-то нравится, я такая... Ну, просто как пищу, как мышка, или когда меня что-то смущает или нравится. Ну, не знаю, как-то трогает меня до глубины души, я делаю так. О-о-о. Ну, просто на какую-то вот ситуацию в жизни. Как смех. Просто так получается, что на каждую ситуацию в жизни у меня есть какая-то своя эмоция. И мне об этом сказал мой молодой человек, что, Оль, мне кажется, тебе пора уже записывать аудио-видео, не знаю, сиди, чтобы ты показала людям свои звуки. Их очень много. А на истории жениха у вас какая была реакция? Я немножко была в шоке, если честно. Ну, а звуки конечно, какие? А, по-моему, я молчала. По-моему, я молчала, да, я сидела, пыталась просто пристально слушать. Зайка. Да. Ой, солнышко мое. А ваш молодой человек тоже издавал в ответ такие же звуки? Да. Он издавал очень много звуков, потому что он был перкуссионистом. Если вы знаете, перкуссионист это человек, который... Это инструмент. Да, он играет на всех видов барабанов, кроме ударных. И он был талантлив? Он был очень талантлив. Да, он и сейчас талантливый, он замечательно развивается в этом ремесле. И в свои 32 он добился уже многих высот музыкального поприща. А почему у вас не сразу с ним начались отношения, а аж через 4 года? Так у нас получилось, что когда мы с ним познакомились, у меня уже были отношения. И нас познакомили наши друзья, общие друзья на концерте. Он играл на конгах, я танцевала. И через 2 года или 3 мы с ним случайно встретились в кино. Я была со своими друзьями, он со своими. И ух ты, а я тебя помню, я тебя тоже помню. Мы поздоровались, пожелали другу хорошего вечера и разошлись. И через год он мне пишет сообщение в социальных сетях. А я только рассталась с молодым человеком. И я очень хотела побыть одна. Мне хотелось разобраться в себе, понять, чего я хочу, не хочу. Ну, просто пожить для себя, как человек. И вот он мне пишет и говорит: «Олечка, так получилось, что ты не приснилась». А мне очень часто снятся вещи сны. И я не подумаю, что я к тебе подкатываю или я тебе что-то хочу, просто мне нужно, чтобы ты это услышала. И он начинает мне в подробностях описывать его сон. А в его сне у нас любовь, у нас все замечательно, у нас поцелуи и страсти. Но я не даюсь ему целиком, потому что в моей голове другой мужчина. Необычная личность очень. Ну, в общем, у вас начался с ним роман? Ой. Нет, я не хотела. Я к тому, что у вас все-таки с ним начались отношения. Да, у нас начались отношения. Да, и все было хорошо или не очень? Первые 3 месяца он был идеален. Ну, просто я души в нем не чаяла. Я не могла поверить своему счастью, что это наконец-то произошло. Потому что вы не видели, потому что гормон, потому что влюбленность. Да. Он не менялся. Он был таким, каким вы сейчас его знаете. Но через 3 месяца мы с ним садимся, и он говорит: «Оль, ты знаешь, я должен с тобой серьезно поговорить. Вот именно сейчас у меня начнется маленькие изменения, которые ты будешь во мне замечать».
Я такая в плане. Ну, знаешь, у меня никогда в жизни не длились отношения больше полугода. Потому что начался мозг-погруз. Нормально, отношения без обязательств. На самом деле это страшно, даже соглашаться с таким. Угу. Как бы мне нравится с тобой спать, но на больше не рассчитываю. Поэтому я сейчас тебе начну маленькими дозами показывать, какой говнюк. Да? Но ситуация в том, что он говорил: Оль, после такого перевоплощения девушки меня обычно бросали, и я пойму, если ты захочешь меня бросить. Ой. То бишь, он меня заранее уже готовил. Молодец, да. Ты вообще, я во снах вещих стал других девушек видеть. Это пока только предчувствие, но я уже вижу их, да? Ну просто с чего это началось, изменение его? Началось с того, что у него начались скачки настроения. Если раньше со мной делился чем-то, он приходил и говорил: Оль, мне нужно побыть в моем космосе. И, типа, можно я тебе прильну, ты меня погладишь? И я, конечно, пожалуйста, я его гладила, утешала, советовала что-то. А потом начал покачать прану. Угу. А потом уже доступ к телу стал все реже и реже, да, доступен ну, его? Ну, конечно, это же по логике. Просто я-то такой человек, что нет, ну как так, нет, я не буду как другие женщины. Я обязательно тебя пойму, я обязательно тебя поддержу, мы с этим справимся. Это они простушки не поймут тебя. Они не поняли, я пойму. Сложно, с твоей сложной душевной организацией. А я пойму, вот я у нас же, да? Вы к нему, а он говорит: нет, нет, не до тебя сейчас, дай помедитируй. Ну, в смысле, мне разыгралось эго. Как так? Нет, я пойму. Я придумаю, я разберусь, я в себе найду силы. Мне кажется, они даже подходят друг другу. Ты думаешь? Чем-то. Мне кажется, да. Долго вот это у вас происходило? Мы встречались год и два месяца. Нет, вот когда четко. Он уже вас отлучил от себя. Ну вот через три месяца начал себя потихоньку отлучать. И вы еще 9 месяцев у него выпрашивали любовь? Не могу сказать, что выпрашивал. Получилось все так, что мы с ним периодически ездили на какие-то тренинги, на совместные у нас были какие-то поездки по личностному росту, вот это все саморазвитие, он меня на это очень сильно подсадил. Я поняла, что у меня начали появляться комплексы. Реально. Человек, я реально в себе уверенный. Ну, подняли человек. Самооценочку. Угу. А вот если бы вы знакомились бы на нашем сайте знакомств.тв, вот бы таких странных мужчин вряд ли бы встретили бы. Он работает, не пробовал, вы ему не советовали. Он работает. Ну просто он чувствует, что что-то вот... Что-то кем он работал? Кем? На бонгах играл? Да. А как вы все-таки расстались-то со своим? Мы с ним встречаемся, мы соскучились, мы неделю уже перед этим не общались. И мы с ним целуемся, обнимаемся, у нас страсть. И он такой: Оль, ты знаешь, я хочу закончить. Я такая: Саша, знаешь, я тоже хочу закончить. И мы закончили. Угу. Козлина классический. Бог с ним, пускай на барабанах играет, продолжает дальше. Смотрите, у нас жених, который скрывает свой доход. А вдруг у него будет меньше? Кстати, у вас есть все-таки какая-то ценовая грань? Должен зарабатывать ваш будущий супруг? Я для себя поняла одну вещь. Мне не важно, сколько он зарабатывает. Главное, чтобы я не боялась, что нам не хватит на еду. Я так и знала, что она так ответит. Вот она такой человек, по ней сразу это видно. Вы видите себя рядом с Константином? Я пока не очень понимаю, потому что я лично не пообщалась. А со стороны мне пока трудно сказать. А как алименты двоим? Знаете, вот это меня как раз меньше всего смущает. Покажите нам сюрприз, да? Который вы сейчас приготовили. Покажу. Вам нужно переодеться? Мне нужно переодеться. Ну, переодевайтесь, мы вас ждем, пока мы посплетничаем. Давайте, спасибо. Прекрасная, красивая девушка. В другой стране могла бы стать звездой. Просто потому что открытая, взяли бы уже куда-нибудь, стали бы раскручивать. И абсолютно великолепная личность. И смотри, сколько нянчилась она с этим лузером. Нянчилась просто. Даже ради него пошла на эти тупые курсы. Давайте посмотрим на сюрприз. Молодец, пластичная. Ну ладно, ты умеешь лучше. Спасибо, дорогая, спасибо большое. Проходите в свою комнату. Вообще круто, у нас мурашки.
Что скажете, Константин? Мне этот эксперимент очень понравился. Чудное. И что больше всего понравилось, она фотограф, хореограф, визажист, то есть абсолютно адекватно своему возрасту. 25 лет. Чудное. При этом невероятная какая-то красавица, сложена дивно, открытая, глаза горят. Ну, если честно, я так же считаю, Оль. Вот 100%. Не знаю. Хотя он очень сидел и внимательно слушал тебя, когда ты говорила. Очень внимательно. Прям глаза в глаза смотрел. Как тебе, Роза? Да, Оль, понравилось. Вы знаете, я всегда вот напоминаю девчонку своим невестушкам, особенно их родителям. А вы знаете, если девушка хорошо образована, с хорошим приданным и даже в виде хорошего образования, без детей, имеет право мужчину тоже без прошлого, состоятельного, такого же образованного, без всяких вот таких мутных историй. Вот только поэтому у вас вы там... Приятная девочка, я думаю, многие женщины и мужчины, ну, взрослые будут рады в семью взять такую, как да, Оля, тоже. Для и, своих сыновей. И жених должен быть тоже без прошлого. Ну, в общем, да. Я не сомневаюсь, что она вам очень понравилась, потому что это тот самый типаж, который вам близок. Да. И внешний, и во всем. Я даже думаю, что разница в возрасте уж... Она даже мне близка. Нет, даже разница в росте, прошу прощения, я думаю, вас тут не смутит. Но ее беда в том, что Марс в рыбах напряженно аспектированный, ее всегда будут интересовать вот те самые творческие, в кавычках, мужчины. Не всегда социализированный, не всегда успешный. Ей будет казаться, что именно с ними какая-то родственная нить как ее связывает. И я считаю, что здорово, что она уже сейчас, ничего, 25, она когда через свои помои пройдет, себе, только чтобы что не родила. Она хочет уже какой-то цели. Ну а тебе-то как, Костя, понравился? Он очень светлый, искренний человек, мне кажется, но... Я не вижу в нем мужчину. Не вижу в нем вот этот вот стержень, что ли. Как-то вот творческий человек. Нет, просто в нем нет мужчины, на которого ты можешь опереться. Положить. Я очень рада, что она сейчас уже себя четко сформулировала. Потому что, может быть, это ее убережет от ее вот этого гороскопа. Поменьше влипания в творческих парней. Вот, Вась, всё. Может быть, она уже с ними отжила свое? Хочу верить, но всегда будут нравиться именно такие. И ей очень важно обращать внимание на то, нет ли какой-то особенной зависимости у молодого человека, особенно на то, что он не пьет. Если это просто от творческих терзаний, нужно отношения прекращать сразу, иначе станет женой алкоголика. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Константин. Встречайте вторую невесту. Здравствуй, Костя. Я думаю, мы с тобой не один дизайн-проект сделаем вместе. Здравствуй. Спасибо. Что это тебе? Спасибо. Можно с ручкой? Да. Алена, 27 лет, дизайнер-декоратор. Пишет картины и играет в шахматы. Мечтает посетить выставку Сальвадора Дали. Признается, что когда нервничает, ест вредную пищу. Предупреждает, что ее избранник всегда должен участвовать в приготовлении семейного ужина. Чтобы снова увидеть бывшего гражданского мужа, Алене пришлось заплатить небольшую сумму, а потом пожалеть о потраченных средствах. Надеется, что с Константином она не зря потратит время. А почему нужно было за деньги-то покупать свидание с ним? А без денег он бы не пошел на контакт? Дело в том, что была такая ситуация, что он работал в таком месте, где, к сожалению, общение с мужчинами только за деньги. Ты везёшь, что ли? Да. Угу. Вы из Оренбурга? Да. Землячка? Да. И вы познакомились в Оренбурге, да? Да, мы познакомились в Оренбурге. Так скажем, это был один из самых завидных женихов в городе, красавец, спортсмен. И мы очень часто сталкивались в городе, но не были знакомы. И так получилось, что столкнулись в общественном транспорте, улыбнулись друг другу. Бывший ее любимый стриптизер. Ален, у вас начался с ним роман. Да, у нас начался роман. И выяснилось, что он стриптизер. Нет, я знала, что он стриптизер.
На тот момент мне, так скажем, был такой возраст, когда я не задумывалась о том, что мне нужно замуж, какой профессии этот мужчина. То есть здесь были именно эмоции и чувства. А мама с папой что говорили ваши? Папа был против, маме человек нравился, потому что мама тоже людей чувствует больше вот как вот на эмоциональном уровне. Ну хорошо, и сколько ваши отношения вот такие мучительные длились? Отношения длились 2 года. Mm-hmm. Я терпела, я плакала. Измены? Да. Я измен никогда не замечала. Я никогда не видела сообщений, я никогда... Тогда плакали, почему? Я плакала, потому что я по своей натуре собственник. Ой, история сумасшедшая просто история. Не знаю, смог ли я бы ее прожить и пережить столько времени, сколько прожила ее Алена. Хорошо. И вот когда он понял, что в Оренбурге уже все поле распахало, ему нужно осваивать новые территории, он ехал в Москву. Ну, практически да, наверное, так. Вы с ним расстались? Наши отношения завершились до того, как он уехал. И это было, я как считаю, что основной из причин, почему он так резко сбежал сюда, потому что его уже там ничего не держало. И здесь друзья привлекли какими-то новыми вариантами. Она красивая, но она непростая. Ну, я с вами не согласна. Что-то в ней есть. И вот вы следом за ним едете в Москву. Да, я поехала в Москву, меня пригласили друзья по работе, и одной из целей было, конечно, найти его. И он работал в это время в известном клубе стриптизером. Да. И вы с сердцем, которое выпрыгивало из груди, приходите очень в этот клуб. Очень выпрыгивала, да, нарядилась, пришла в клуб, хотела просто увидеть. Мне сказали, что он находится в гримёрке. Ну, не просто увидеть, вы хотели чего-то от него. Я хотела... Потому что чувства еще... Да, я хотела увидеть, чувства были. Я хотела понять, почему он уехал, не попрощался. Мне это было очень важно. Что-то он заскучал, по его лицу видно. И вот вы уже с дрожащими руками, с выпрыгивающим сердцем изо рта дожидаетесь, он к вам подходит, да, со спины, не узнает вас. Я ждала удара, он подошел меня, со спины, конечно, не узнал, подошел меня, узнал, обнял, там вот, практически в танце, да. Он был рад, я видела по его глазам, что он был рад мне. Он сел рядом, мы поговорили с ним, и через буквально 10 минут я поняла, что человек абсолютно не тот, что был. Это не мой человек. Москва его съела. Все, вы распрощались, и это было ваше последнее свидание, да? Да, это было последнее свидание. Если не брать в учет, что с ним все нормально, и он ни во что не затянут, то, конечно, он отреагирует, я думаю, на мои уловочки, заманушки. Скажите, Константин красавчик? На ваш вкус? Да. Нравится ваш тип? Внешне, да, нравится. Скажите, а какие требования у вас к мужчине? Почему вам 27 лет, вам уже нужно думать о замужестве, о детях, правильно? Да, конечно. Вы и так по оренбургским меркам уже задержались в девках? По оренбургским, наверное, да. Но для меня важно, чтобы человек, с человеком были какие-то общие цели. Это у нас общие, у нас даже все общее. Я имею, ну, даже, да. Дети не смущают, двое? Ну, если честно, меня не смущает наличие детей, меня смущает отношение Кости к детям. Вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Покажете? Да, конечно. Я знаю, что у тебя спальня в стиле бунгало, и хотела приготовить сюрприз. Присаживайся, пожалуйста. Очень экзотический, так скажем, чтобы над нами всегда было небо Гаити, Таити. Я не знаю, что тебе больше нравится. И под звуки, которые сейчас будут, сердце всегда трепетало и всегда заново рождалось. Экзотический подарок. Mais sale, mais sa maison est propre. Mais quand tu vois noir, il est propre, mais sa maison est sale. Allez, Nienzio. Allez, Nienzio. Nienzio. Aïe, солнце проснулось, да? Да. И сеем, девочки, сеем. Обязательно. Allez, Nienzio. Paris est dur comme caillou. Un noir à Paris dit jamais je vais au travail. Il dit je vais au Diocie. Voilà pourquoi. C'est
как последний, да, хорошо да, ходит. А может, это, а это девушка. Да. Это девушка, ребят. Спасибо, Аленочка, спасибо. Проходите в комнату свою. Это молодец. Слушай, ну ты очень хорошо держалась. Ой. Переживала? Как вам сюрприз? Сюрприз замечательный, веселый. Я бы взял свой бунгало. Угу. Ну, дело за малым. Осталось зайти в комнату. А тебе как, Алена? Ну, я посмотрела на ситуацию относительно вас с точки зрения недвижимости. То есть вы оба уже вторичный рынок. Ну, вы можете только себе позволить вторичку, а она уже является таковой. Без обид, не, конкретно не имею в виду. Значит, поэтому вам надо договариваться, в общем-то. Поэтому, пожалуйста, все сложится. Если честно, я очень переживаю. Но он мне понравился вживую больше, чем на экране. Ну, так мне кажется странным, когда взрослая барышня влюбляется во внешние данные. Ну, если это же не часть интерьера, правда? Просто красивый мужчина на диване. Причем она явно не изголодавшаяся по мужскому вниманию, потому что сама очень хороша собой. Я провела целый анализ. И я поняла, что гороскопически любительница стриптиза мужского – это женщины с огненным Марсом, часто с львиным Марсом. То есть те мужчины, которые любят, те женщины, которые любят демонстративное поведение в мужчинах. Но не за счет доступности этих мужчин, а за счет их раскрепощенности и уверенности в себе. Вот я так думаю, что просто этим женщинам слишком тягостно видеть, что мужчин коснулась цивилизация. Уж извините меня. То есть мужчины воспитаны, пускай даже внешне красивые, но скованы вот этими своими рамками воспитания, они их не вполне устраивают. Им нравится дикая мужская природа. Ну, на самом деле спорно, потому что я люблю вообще серьезных мужчин на данный момент в своей жизни. Кто знает. Константин, будете знакомиться с третьей невестой? Да. Тогда проходите. Привет, Костя. Меня зовут Аня. Я тоже люблю экзотику и надеюсь, что нам будет по-экзотически хорошо вместе. Думаю, да. Спасибо. Анна, 30 лет. Частный предприниматель в сфере рукоделия. Мечтает увидеть северное сияние, признается, что интимная жизнь имеет для нее особое значение. Узнав, что беременна от возлюбленного иностранца, Анна настояла на свадьбе, но вскоре поняла, что поторопилась. Надеется, что между ней и Константином не возникнет языкового барьера. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Любители экзотики. Да. А что в вашей жизни было? Ну, в моей жизни произошло так, что я поехала отдыхать к своей подруге в Таиланд. Она там... влюбились в тайце? Нет. Она там живет со своим мужем, израильтянином. И к ее мужу пришли все его друзья. И когда я увидела его среди всех его друзей, как он начал нырять Мула? В бассейн, да, он с темнокожей, он израильтянин. И когда я у своей подруги спросила, есть ли у него девушка, она говорит, да. Ну, и я так сразу подумала, угу. Мой будет. Может быть, у меня есть шанс. Ой, слушай, я прям на Анечку любуюсь, сижу, смотрю. Они поссорились. Она уехала на соседний остров. И я сразу же взяла инициативу в свои руки и говорю, покажи мне, пожалуйста, остров. И мы поехали, он мне показывал остров. У нас все очень бурно и страстно началось. Ну, смотри, тоже, в принципе, увела. Инициативная. Да, взяла и увела. И вы? Потом я возвращаюсь в Москву, и, понимаете, и я узнаю, беременная. Что я беременная. Он да. обрадовался? Да, он очень обрадовался по скайпу. Он вначале он был в растерянности, он не мог понять, как это могло произойти. Но вы потом... предохранялись? Нет. Вот современные мужчины радуются отцовству по скайпу, да? Это же все на гармончиках поначалу-то. Конечно, ну хотя бы 3 месяца, как ехать. Очень обрадовался. Да, но в результате вы-то, девушка, не промах. Вы сказали, бабур делать не буду, 28 лет, и вообще нужно жениться.
Нет, он мне сам все предложил, он сказал, что это замечательно, он обрадовался, он даже побежал на кухню делать себе коктейль, чтобы выпить за такое событие. Это он вам сказал, а сам он рыдать побежал на самом деле. Вы поехали к нему в Израиль? Свадьба была в Израиле? Да, но он сказал, что так скоро я свадьбу не могу сделать, потому что мне нужно закончить свои дела в Берлине. Он жил последние 20 лет в Германии. И сколько ему было лет, извините? На тот момент 43. Так он уже был такой дядька. А была у него и до этого детей? Семья? Нет, давай. Ни семьи, ни детей. Слышь, тебе девушка твоя по скайпу сказала. Ну... Дима! У тебя будет ребенок. Мне загорелось, я говорю, нет, вот сейчас и все. И я хотела сыграть свадьбу, пока не было видно живота. Сыграли? Да. В Германии, в Израиле где? Нет, в Таиланде. Я быстро продаю все свои вещи в Москве. Квартиру продаете? Нет, квартиры у меня не было. Я продала машину, все, что... наживала все эти годы в Москве, я все это распродала, раздала и улетела. Играть свадьбу. Да, сожгла все мосты, так сказать. Вообще, ради мужчины, которого знает еле-еле, несколько там, не знаю, дней. Ну, девочки мои, который, ну, тебе добился чего-то в Москве, лет. И все, о господи. И после свадьбы вы же слетали в Израиль? Он вас познакомил, ввел в свой круг? Когда уже у нас родился ребенок. Вы с ребенком? Мы полетели, я с ребенком полетела в Израиль на 2 месяца всего лишь. У него там квартира что-то? У него есть? В каком городе он живет? Он живет в Тель-Авиве, мы жили в доме его родителей. А я улетела из Израиля через 2 месяца, потому что я поняла, что между нами уже ничего не может быть. Скажите, вы сейчас с ребенком в Москве? Да. А чем вы сейчас здесь занимаетесь? Я сейчас занимаюсь своим бизнесом по продаже все для рукоделия, но я хотела бы отойти от работы, потому что я очень много времени трачу на работу, и с ребенком я практически не вижусь. Алименты вы получаете от своего израильтянина? Да, он помогает. Хорошо помогает? Нет, не очень. Просто не оправдались ваши ожидания, когда у вас была сверхзадача увести его у этой русской, которая вам не нравилась. Вы же говорите, что вы можете там машину поцарапать сопернице, да. И так далее, да? А у вас была конкретная задача. Потом была конкретная задача быстро его на себе женить. Неважно, что у него не было возможности. И когда вы все это получили, вы, наверное, заскучали. Может, где-то жизнь... денег не было. И это тоже. А у нашего тоже нет. Она с ребенком. Он с ребенком. По-моему, все идеально, ребят. Ну... Он с двумя ребенками. Да. Слушай, уже многодетная семья. Все время там, да. То есть вы рассчитывали на него как надежного кормильца будущего? То есть почему вы вообще допустили тогда это? Если для вас это важно, ну, чтобы мужчина обеспечил, чтобы вы чувствовали себя 28 лет. Наверное, пыль в глаза пускал, красиво ухаживал, красиво говорил. Нет, он даже еще не успел пыль в глаза мне пустить, я просто влюбилась. Секс я ничего... нужен важен, она каждый день, понимаешь, как неуемная. А у вас сюрприз готов? Да. Покажете? Да. Reading the news, I'm leaving today. I'm on to Нью-Йорк. Ты знаешь слова? Я знаю, что такое Нью-Йорк. Я знаю. Мы можем. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Нервничает. These vagabond shoes, I'm melting away. New start, you far, far away. Мне знаешь, что не хватает, чтобы она сейчас начала потихонечку раздеваться. Нью-Йорк, Нью-Йорк. I wanna wake up in a city that never sleeps. And find a king, Нью-Йорк. Спасибо. Проходите в свою комнату.
Константин, что скажете? Девушка, безусловно, приятная. На мой взгляд, если мы будем вместе, то нам будет очень трудно совмещать все наши нерешенные составляющие, которые есть. То есть я думаю, что ее будет отягощать моя ситуация с детьми. И в ее случае я не смогу стать той надежной опорой, которую она ищет. Нет, просто она из тех людей, которые обслуживают исключительно свои интересы и свои инстинкты. Все вокруг нее. Она не считается, и она об этом впрямую говорит, она не считается с чувствами других людей. Ей абсолютно это все равно. Потому что ей захотелось сейчас, она это должна получить. И неважно, то, что испытывает, понимаете? Не для того она, как говорится, вон... Красное платье. Не для тебя я наряжала. Копите деньги, это называется. Если она нравится. Ну да. Анна Коковин прямо и четко высказала свое однозначное пожелание к мужчине. Хочу не работать, хочу больше проводить времени с ребенком. Имеет право, особенно если бы это желание она высказала своему законному мужу, отцу ребенка. В общем, это можно было бы понять. Я уверена абсолютно, что при любом напоре, что при любом желании со стороны женщины за 10 дней отношения, конечно, не строятся. И даже если это случайная беременность, возникает в 28 лет много вопросов, почему она возникла, как. И я думаю, что эти вопросы Анне нужно задать прежде всего самой себе. Роза. Я в начале программы сказала по поводу того, что нужен повод для уважения, в общем-то, и тогда у вас будет все складываться. Вот я подумала, Ольга вряд ли найдет повод для уважения, но если только что-то мистическое, вы там вроде что-то какой-то эзотерикой там мучаетесь, ну и она. Но в принципе, мне кажется, она уже так прозрела, а все во всем остальном вроде как нет. И у Анны вы тоже уважение особо не вызовете, денег у вас... По сути, нет столько. А вот с Аленочкой уважение, не уважение, а договорчик-то хороший может состояться. И, кстати, браки по расчету очень даже долговечны. К тебе не пускают. Да, не пускают. Вот так. И вот, мы вот не пустим. Вот. Хочу мужика. А я считаю, что вам нужно идти к Анне. А у нее подрастает малец. И вы можете искупить... Ну, какие-то свои грехи, свои промахи в жизни. Помочь ей воспитать пацана. Почему нет? Вы знаете, я считаю, что в моей истории это не будет вариантом искупления моих грехов с теми детьми, с которыми я сейчас не живу. Нет, и... а потихонечку будут подтягиваться и ваши детки. Но мне кажется, с Анной было бы неплохо. И возраст у вас подходит. И вы много наделали глупостей, потому что думали не головой, а другим местом. И она, и вы. Понимаете, вы очень похожи. Вы очень похожи. Я не знаю, я очень сильно волнуюсь. Я давно так не волновалась. Я не могу понять свои ощущения и свои чувства. А ты что скажешь, Василиса? Я бы хотела примешать человеческие эмоции к своему выбору, но, к сожалению, не имею права это делать. Астрологически вам действительно больше подходит Ольга, и я могу рекомендовать только ее с точки зрения какой-то возможности. Но мне бы по-человечески ей хотелось бы другого будущего. Поэтому, пожалуйста, подумайте пока минутку, а я постараюсь и ответить на ваш внутренний вопрос, ну и на вопрос всех присутствующих здесь в студии, наших зрителей с помощью карт Таро. Пожалуйста, задумайте ту тему или тот вопрос, который вас сейчас тревожит. А я вытащу одну карту из этого чудесного Таро, одной из самых красивых Таро в мире, одна из самых красивых колод, которые уже перестали выпускать. Итак, задумайте, пожалуйста, вопрос, а я вытаскиваю одну карту. Да. Это карта «Шестерка кубков», и она соответствует сказке «Братьев Гримм чудесной» Гензель и Гретель. Я думаю, что эту сказку все помнят. И эта карта нам подсказывает, что прежде всего в вопросе загаданном нужно обратиться к старому опыту, вспомнить свои детские или какие-то первые ранние переживания, воспоминания, то, что тревожило вас давно. Карта призывает так, быть точно. Открытым, чистым, по-детски восприимчивым к ситуации, и тогда можно решить ее. Карта также говорит, задумайтесь, вы вообще хотите быть беспомощной жертвой и попасться ведьме в лапы, или все-таки напрячься и справиться с ситуацией? Ну и тем, кто задумал вопрос о своих детях, карта дает, во-первых, положительный ответ, а во-вторых... Спасибо, Ларис. Спасибо вот. Тебе. А во-вторых, кстати, эта карта обещает возможную беременность и скорое рождение детей тем, кто тоже задумал об этом вопрос. Вот сколько у вас было времени-то подумать, в какую из комнат пойти. Проходите, мы вас поддержим в любом случае. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4151.
Кирилл, 25 лет, номер 3453. Диджей и ведущий. Занимается экстремальными видами спорта, увлекается психологией, мечтает научиться кататься на серфинге. Ищет спортивную брюнетку до 25 лет с правильными жизненными ориентирами. Константин, 46 лет, номер 3454. Графический дизайнер, писатель. Посетил 55 стран мира. Участвует в волонтерском движении помощи нуждающимся. Познакомится со скромной и воспитанной девушкой, способной родить ему 3 детей. Мы не знаем, выйдет Константин один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Здравствуй. Ничего не хочу говорить. Поздравляю тебя. Пошли. У нас есть пара. Ольга и Константин. Их поздравляет Анастасия Спиридонова. Ну я же в баре танцую уже 6 лет. Как держать, чтоб страх себе побеждать? Вы первой жене изменялись, второй, а второй жене с первой. Как ему сказали? Говорит, ну, я сейчас поцеловала, говорю, а да. Завтра съем. Съели? Сказал, съела, конечно. А вот если мы же, ну, замуж за вас пойдем, то мы как? Мы официально будем расписываться? Ну, тогда я понял, с вами-то уж точно. Бетховен в нем явно прорастает и прогрессирует. Я хочу, чтобы эта программа не кончалась.